Привет, друзья, подписчики и гости нашего канала «Кот в мешке». Я снова вас приветствую на моем канале. Спасибо вам большое, что вы смотрите, подписывайтесь, ставите лайки. Я очень рад видеть вас снова и снова и снова. Сейчас мы распакуем и посмотрим, что же на этот раз здесь у нас есть. Окажемся ли мы в плюсе, в минусе или мы что-то хорошее найдем. Я все-таки надеюсь, что мы найдем что-нибудь реально дорогое. Также хочу заметить, вот вы говорите, что много хлама, некуда девать, куда я все это буду девать, продавать. Знаете что, продавать я это не буду, по крайней мере, пока не собираюсь продавать. Но скажу то, что на днях буквально жена моя возвращается с работы и говорит: «Алексей, мои соработники, с кем я работаю, передают тебе привет, ты им очень нравишься». Я говорю: «Что случилось? О чем вы?» А оказывается, она взяла часть вещей, которые мы открыли, которые нам не нужны, она отнесла на работе, сказала: «Кому нужно, разбирайте». И что, все разобрали, и людям нужно. Так что, если это хлам для вас, для меня, для кого-то это не хлам. И поэтому я уверен, что эти вещи кому-нибудь действительно пригодятся. Ну что, давайте откроем эту коробку и будем дальше смотреть, что у нас там лежит. А знаете, что я подумал? Не буду я ее открывать в этот раз сам. Вы уже устали, видно, от меня. У меня находятся сейчас в гостях родственники из Сан-Диего, из Калифорнии, которые прилетели к нам в гости. И я попрошу сейчас мою дочку Анастасию и ее родственницу Катю помочь нам открыть эти потерянные посылки. Так что давайте вперед! Начинаем! Привет, я Катя. Это Буська. А я Настя, и это Туська. А это я, Лёха, я стою за камерой, я буду им ассистировать здесь. Наши помощники, да? Хорошие. Давайте, пусть они гуляют с нами, давайте начнем вот открыть коробочку. Она, ну, вот, я ее уже открыл. Начнем. Слушайте. А пусть она там ходит. Она ей нравится светить. Настюша, смотри. Это очень... очень классно, что-то, что... о чем мы всегда с тобой мечтали. Что там шить? Не знаю. Мечтаем. Это virgin silicone. Палки какие-то. Вот это такое. Оно, чтобы не в колеса палки. Не знаю, что это. Давай мы посмотрим, что это. Что-то может быть это заливать, чтобы делать какие-то формочки. Похоже на то, потому что здесь шуречки. А это чтобы строить. Чтобы вот так делать. Пока Лёша занят. Это у нас силиконовые формочки для того, чтобы. Как? Это антенна. Все, мы решили. Все, мы решили, что это. Может, для этого использовать? А стоит это $11. Это как думаете, это нужно будет нам или нет? А что это? Какие-то формочки для залива. Может быть, если мы какой-то бизнес начнем, не знаю. Новый. Напишем, что минус будет. Настя, посмотри, какая прелесть. Все, свои антенны. Давай. Вот это класс. Ну все. Все. Так. Где это открывается? Мы точно будем. Это два таких классных ободка. Как раз то, что нам нужно было. Нам не хватало этого. Наших аксессуаров. О, красота. Давайте. Как я тебе? Тебе так идет. Тебе так идет тоже? Прям тебе. Это вот, вот уже пригодилось. Goddess. Причем две штучки было всего. Лёша, ты можешь проверять, но мы это себе оставляем. Все. Видели, это zip ties. Это то, что мы ставим, чтобы что закреплять. А эти штучки точно. И они это сделали очень... очень хорошая идея такая. Такая DIY. Ага. Короче, я нашел, она стоит, такие штучки, они стоят $22. $22? Ну, вау. Мы можем сами сделать за 5. Следующее. Очень такое тяжеленькое.
Blanket foldable. Это picnic blanket, это на пикники идти. Класс, это очень тоже полезная такая. Можно на пикники, можно на океан. Очень такая компактная штучка. И открываешь ее, такой огромный становится. Класс. Да, очень классно. Это обязательно всегда пригодится такое. Он очень большой. Он очень большой. Огромный пикник. А, я думаю, около 20. Короче, эта штучка, которую вы сейчас показали, она стоит $17. Мы и она нам будет нужна, она будет в плюсе. Потому что мы ее можем использовать где? На пляже. Или, так сказать, на пляже или на пляжу? На пляже. На пляжу. Где угодно полежу. Так. Это какой-то dish drying mat какой-то, знаешь, это чтобы сушить это... посуду. Что вы когда моете посуду, что это? Нет, это такой wrap. Ну, я не буду открывать, но вы видите. Да, кидай сюда. Лови. Как вы думаете, сколько это стоит? $5. $5. $5? Нет, это стоит $14.78, $15. Знаете, для чего это? Мы подумали, что это для... Но, смотри получше, что это? Это для машины. Это для... Это называется dish mats for counter, dish drying mat for kitchen counter. Yeah, то есть это, я понимаю, чтобы ставить это... Посуду. Ну, сушить посуду. Сушить посуду. Да, то, это что... Будет, мы... Это, кстати, нам пригодится. Ставим плюс. О, но! Опять коломыски? Да. О, но! О, но. Я знаю, куда это пойдет. Жена отнесет на работу и возьмет. Покажи. Мы не будем ее оценивать, потому что это мы ее используем. Это очень милые такие на день рождения на тортик ставить разные такие животные. Здорово. О, вау! Здорово. Вы думаете, сколько это стоит? $10. Да, я тоже думаю. Да, $10. И это называется heads to the grad. Это для graduation. Это нам нужно будет? Это написано happy birthday. А, может быть, внутри. Для деток такое. Нам нужно это будет? Да, я думаю, что да. Something graduates sometime. Что-то вот такое вот. Сейчас ее откроем. Ой. Я знаю, что это. Давай, Настя. Что это? Тусечка пришла. Привет, мой хороший. Кажется, это для спорта. Это Close-Up Cares Premium Shoe Shield Grease Protector. Это что-то для обуви, да? Это чтобы creases не были. Значит, когда одеваешь обувь, нет. А, левая, правая это нога. Это чтобы... когда, обувь не сгиналась, и там не были... Знаешь, creases. Не сгибалось. Не сгибалось, чтобы не были creases. Это нужно вам или нет? Я думаю, что да. Это стоит $10. Вау. Ой, такие классные бяджики для работы. Веселые смайлики. Держи. Туся. Да. Давай, куда ты убежал? Да, ты такая лапочка. Рыбашенька. Лови. Поймал. Как думаешь, что это такое? Ну, это для ID какие-то. А почитай получше, что это? Vaccination card. Vaccination для вакцин. Ну, можно и для работы использовать. Ну, я точно такую не нашел, но есть наподобие. Это они по $11. Нужны они нам или нет? Я, если вам не нужны, я заберу. Забирай. Спасибо. Катя наберет очень много. Мы ей дали выбор, сказали, выбирай все, что нужно, забирай все в Сан-Диего, потому что, как говорится, нам это все не нужно. Хорошо. Так, опять это хэллоуинское что-то. А, какие-то открытки. Покажи крупным планом. Это хэллоуинские. Мы не празднуем Хэллоуин, мы не будем их и даже...
использовать, да. Использовать их просто и сразу. Тусечки понравились. Смотри, как она. Будет, если что, почесаться. И погрызть. Либо слишком понравилось, либо наоборот. Все, давайте это нам откладывать туда, где нам не нужно. Следующий. Настюша, давай ты. Покажи на камеру. Чтобы это, что это? Браулес какая-то. Это... Давай, откроем, посмотрим. Это... Что вот эта кошка, она самая, она самая у нас такая добрая. Она вот к людям вообще просто... Вау, какой-то мешочек. Это очки. Это такие, детские очки. Blue light glasses. Blue light. Это для Стёпы. Всё. Туся. Пойдите, Томик, примерьте. Я проверю, давай. Прям все так запаковано. И здесь такой должен быть тестер, по идее. Угу. Нету, да? А, где-то? No. Стоит это $9. Ну-ка, покажись. Вау! Ой. Класс! Я думаю, что это надо ставить, потому что детей много, пригодится. $9! Детей много, и все смогут дать пяды. Кстати, мне очень нравится комбинация голубого, синего и желтого. О, знаете, это что? Это очень интересно, это новая фишка. Door opener, такой как, это как брелок. Чтобы дверь открывать, да? Чтобы дверь открывать, чтобы не трогать ручку, ты... А, чтобы много крюки не было. Да, крючок такой. Сейчас. Настя. Вот такой интересный. А, это когда вирус пришел, ты начали такие продавать, да. Чтобы не хватать руками, да. Да, вот такая вот штучка, ты ее цепляешь за ручку, открываешь. Выглядит как большой ключ какой-то. Ну, да, дверь вот секретную. И стоит это 4,70. Мы запишем этот плюс. Keychains, это для ключей такие. Да, я вижу, это брелки с вешать на ключи. А, это вот эти вот карабинчики. Кстати, классная штука, я постоянно использую. Ну а вот. Сюда мне я посмотрю, пока вы показываете, я посмотрю, что происходит. Ли-ли-ли-ли, такая штучка. Крючок. Привет. Привет. Работает. Работает все. В наборе их 5 штук, по-моему, да? По-моему, да. И стоят они $9. Класс. И мы пишем их в плюс. Ну что, я скажу, пока я доволен, да? Нормально есть? То есть... Туда что? Да, и мы довольны. Давайте! У нас что здесь? Настя! То, о, что... ногти! Ногти, о! Конечно. Всегда актуально для девушек. Вау! Всегда. Слушай, я надеюсь, может, там еще будет, чтобы вам... Красиво. Что, поделиться, что-то... думаешь? Ну, тут, смотри, тут по-моему... Четыре мне, четыре ей. Надо посмотреть, сколько там в наборе. Но я думаю... Давай, кидай их. Там, наверное, больше, чем... Да, их всегда больше. Как думаете, сколько они стоят? Наверное, около $7. 7, 8, 10. Не, не 10, но... Они стоят $9! Да. Их тут, подожди, 24 штуки. Да-да, там они внутри. Там получается на... Так что на всех... На две руки еще остается... И на... еще на ноги чуть-чуть. Остается. Еще 4, выберите самые лучшие. Это плюсик. Да. Следующее, тут... каких-то таких вот баночек. Можно я их сразу все... Давай, если не так, доставай. Такие вот штучки, не слышишь. А, это стейплерс. А. Всегда нужен стейплерс. Маленькие такие очень. Ой, миниатюрные, посмотрите как. А, киса. Может, это другой цвет? Киска, ты сейчас поломаешь микрофон. Ну, у меня тоже синий. Хочешь, Лёш? На, правильно. Давай. Я тоже синий. Да, такие хорошенькие, да? Очень... Очень милый. Тут 4. Да, 4. О, 4 это... штуки, а, и это... они по $4.13. О, я бы такой взяла себе. Угу. Бери. Такси. И запишем их плюс. Такие. Вот тебе набор. О, вот мне набор, Настя. Одеваем. Теперь мы можем сохранять наши ногти. Очень. Это такие силиконовые перчатки, они можно держать ими горячие.
А я думала, что чтобы мыть что-то, знаешь, натирать. Это для горячего, видишь, даже тут нарисовано пламя такое. Здорово. Ну, то есть можно и там, где мыть, если хотите. Но мыть не совсем удобно, они очень плотные. Они очень, да, они неудобные мыть. Я думала найти. Но тут на них пламя прям нарисовано, они держат хорошо. Ау. Давай. Так. Ран-тан-тан. Привет. 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 Помнишь это? Детский. Сколько они стоят? Привет. Наверное... 10 точно должны. А они стоят $9 пара. То есть у нас получается 2, то есть 9 за 2. Здорово. Да. Это такие вот... прихваточки, в общем. Очень удобная вещь. Красиво и удобно. Да. Что это хорошая вещь. Да. Что это там у нас? Это banner, какой-то sign. Специально. Какой-то знак. Ну, это мы сразу не видим, мы не будем использовать. Это, наверное, какие-то... Даже не знаю. Ну, откройте, что там. Очень много мелких вещей здесь, да, в этой коробке. Ой! Маски. Найс. Маски. Такие вот маски. Сейчас уже... О, я помню, такие покупал. С фильтрами. С фильтрами? Угу. 3 штучки. Всегда нужны. Что, мы будем, нужно нам это или нет? Ну, маски, мне кажется, лишние не будут. Там их 3 штуки, и это они продаются по $10. Тоже что. Можно их сразу же туда. Ну, паучки можно и не на Хэллоуин, можно, ну, знаете, там ну, ребят... Оставь, я буду в твою комнату их подкладывать. Ты будешь бежать. А я думала своим братьям подкладывать. Да. Кстати, о, вторая такая, такая зелененькая только теперь. Теперь. Тустика. Сколько она, не помните, сколько она? 10 долларов, по-моему, да? Да. 9-10. Настя, неужели нам придется опять переодеваться? Как ты думаешь, что там? Корона? Еще и 2 притом, они нас прям... Вау, какие классные, что-то... Вау, happy holidays, красивые такие. Меняем их сейчас, меняем. Ну, красоту менять. Ну-ка. Пока вы меняете, а я посмотрю, сколько стоит. Такие красивые. Очень красивые. Так, это пока положим. Вау! Спаркли, да? Су спаркли. Прям как будто знали. Прям как будто знали, что тут будет. Положили, да. Теперь здорово. Я хочу, чтобы тут папа сидел, чтобы он мог это одеть. Я почему-то не могу их найти. Например, сколько они стоят, думаете? Такие? Вокруг $8. За каждую? За каждую. Окей. Кстати, они вам очень идут. Очень классные. Ну, а это... Всех любимые, всем детям любимые. Какой-то залез, смотрю, тренд такой пошел. Эти паппетс. Это чтобы стресс снимать. Раньше вот эти были крутилки, которые... Да, fidget spinners. А это теперь такие вот... А, это динозавры! Динозавры! Ой, сейчас громко, сейчас. Динозавры. О, и горилла! Горилла такая, да. Классно. Все, Лёша, мы занялись всё. Делом. Пожалуйста, не трогайте нас. А ты нажимаешь, ну все знают, как папиты работают. Нажимаешь, и оно в одну сторону, потом опять на другую, и оно да, играешь. Итак, найдите нас здесь через пару дней. Мне очень нравятся эти цвета. Со спокойными нервами, ага. Баркод порванный. Сколько таких, вы думаете? Вот, ну, они где-то по $10 так стоят. Такие мне. Большие, да? Ага. Окей, то есть получается $20 за 2, думаете? Нет, одна. За, ну, за набор. За 2, потому что они вместе были. Это нам нужно или нет? Да, мальчишки будут рады. О, да. Ты, кстати, это можешь с собой забрать, Катя, если нужно. Спасибо. Потому что это нам... Да, в дороге будем нервы успокаивать. Ой, опять. Очень много. Опять Хэллоуин. Да. Наверное, то, что осталось от праздника, вот от Крисмаса, от Рождества, от Хэллоуина, да. Все это. Складывай сразу сюда, куда не нужно. Так. Что за маски какие-то? Билетки. Это dishwash.
Clothes. Это мыть посуду. А, посуду мыть эти... Такие, да. Может, вытирать ее? Написано, что сделано из натурального бамбука. Это файбер. Вау, знаете, классно. Вау. Как думаешь, сколько они стоят? 14. Окей. 16 долларов. Я хотела сказать 16. Это можно, сейчас вот покажу. Где у тебя получается лучше? У тебя уже есть, видать, этот здесь. Смешно, не так много. А, они мягенькие, я думала, они будут более такие жесткие. Файбер. Такие вот, микрофайбер. Да. Достань один. А вы достань один, пожалуйста, покажи. О, хорошенькие. Такие очень удобные. Угу. 16 долларов откладываю туда. У нас вот такой вот AirPods Pro Cover. Это какие-то, наверное, как чехольчик для наушников. Мне кажется, это как наклейки специально. Это для Apple. Это такие ушки, да. Чтобы удобно было носить. Вау, знаете, они стоят 11 долларов. Да, у меня AirPods Pro. Бери. Можно сразу забирать. Прямо сказали, Катя отдельно, пусть она туда, Настя, откладывает отдельно. Специальный файл. Забирать будет. Что такое? Так, Настя, что это? Выглядит как будто какие-то LED lights. А, написано LED grow lights. Ну-ка, открой, посмотри, что там. О, тут наречь нарисовано. Это, скорее всего, для теплицы такой специальный свет, чтобы росли растения. Это мощный светодиодная лампа. О, тут только одну. Если что-то растет и клипсы ставится, она автоматически отключается. Вау! Это очень, кстати, дорогая штука. Тут какой-то фен даже сзади. Потому что она мощная, и что когда перегревалась, дает... Veggie и bloom. То есть получается у нас овощи и что за bloom? Может быть, цветы? Не знаю, может, да, это... Да, скорее всего, для цветов и для... Это очень интересно. Я точно такую не вижу, но они продаются, кстати, очень дорогие. Я вижу по 67 долларов, по 500 долларов, по 135 долларов, 78, 129. Давайте запишем среднюю, 100 долларов. А, джинсы какие-то. Смотрим. Главное, здесь джинсы, а здесь что-то интересное. Ой! Кто это? Интересно. В общем, не хватило материала для джинсов. Слушай, вы двое туда влезетесь. Это октопус. Восьминог. Восьминог, точно, да. Восьминог. Ой. Цена у них 22 доллара. Это что у нас, все в плюс или минус? Минус. Минус, нет. Там никто в Сан-Диего не носит такие. Слушай, что это? Написано. Посмотрим. Наверное, опять какая-нибудь наволочка, да, или кулаки. А, это кулаки, это для подушек, мне кажется, да. Наволочки, да. Такие вот. А-а-а. Красиво. Угу. Okay, цена ее 10 долларов за две. Здорово. Клеенка какая-то. Цветок. О, красиво! Да, это очень... Сколько? 8 долларов. Сколько долларов стоит? Так. О, то, что нужно, Настенька. О, хорошо, как? Это пальмовые листья, да? Пальмовые листья для декорации можно использовать, как если в сафари. О, здорово. Класс. Там их 32 штуки я нашел. О! Стоят они 10 долларов. Так, сейчас мы их... приплюсовываем. Да, это классная штучка. Вау, вся. Так, хорошо. Следующая. Такая тяжеленькая. Тут написано, что 6 декоративных. Наверное, это тоже... Наволочки для подушек. Не открывай, да? Можно не открывать. Можно не открывать, потому что наволочки. Я покажу их. Понятно. Я покажу их крупным планом. Стоят они 13 долларов. Вау. Хорошая штучка. О, а
они силиконовые. Класс. Ой. Это для кошечек. Смотри, это бон. Да, это косточка. Косточка! Выскочит. Это для собак или для кошек можно использовать. Это стоит они $24. Очень хорошая штука. Да, классно. Очень классно. Понадобится. Что это? Черная шкатулка. Хочешь это открыть? А, окей. Сейчас мы откроем. Что же? Еще одна коробка. Окей, сейчас. В коробке еще. Так трудно открывается. Они очень не хотят, чтобы мы это открывали. Mm-hmm. Это теперь я, да? Да, теперь давай. Ты. Еще одна коробка. Да, как и мы говорили. Ребята, это называется, что кто хочет себе росту прибавить чуть-чуть, ты подкладываешь такую штучку под пятку и, в общем, прибавляет. Может быть, это тем, у кого этот плоскостопие? Ну, мне кажется, чтобы прибавлять рост. Вот, смотри, не я знаю. Нашел, называется Invisible High Plate Heel Pair Sock Liners Insole. Они какие-то... Height increase, да, то есть они прибавляют рост прибавляют. А стоят они... Они, смотрите, мягкие, как будто мокрые. Там их, сколько, 2 штуки или 4? Да, 2. По 2. По 2, то есть на 2 человека, да? $14. Прибавляем их плюс. Давайте, да. Это... Memory foam brush mat. То есть постелька для туалета, да? Ага, в ванну куда-то. Такая вот. Ой. Вам красиво такая, смотри, еще нарисовано что-то. Там собачка. И кошка, по-моему, да? Да. Вообще, тема красиво. А я вот нашел, она стоит 15, наподобие, точно так и не пишут, наподобие $15 она стоит. Трудно. Угу. Так. Она следующая будет. Сейчас будем открывать. Соломенная шляпка какая-то. Ой! Слушай, это вот одеваешь, когда первая шапка. Самуилка. Семик, иди скорее. Семик, это сынок Кати. Ну-ка, приводи. Ну-ка, покажись камере. Камере. Посади его на коленочки. Давай, дергай за уши. За вот это вот, веревочки. Нажимай. Нажимай. Давай. Помоги. Дай посмотрю. Дай, мама тебе поможет. Давай. Смотри. Во, смотри. Привет. Смотри сюда, Сэмик. Посмотри на камеру. Привет. Кстати, классная штука, ребята. Стоит она 9.50. Сэмик, заберешь ее с собой? Угу. Смотри. Молодец. Улетаешь. Классная. Здорово. Лопатка. Интересно. Это написано, что growing bag. Это, наверное, здесь что-то растет. Давайте, или может я, расти. Наверное. Я нашел, что вот этот, там такой, как бы, корзиночка сделана из пластика или из материала сделана. В нее сажают какие-то растения. Может, в земле. Может, там удобрение какое-то, да, есть. А потом уже, наверное, пересаживают в землю. Вот я нашел наподобие. Стоит она $23. Вот. Это какая-то статуэточка. О! Какая-то собачка. Миленькая. Много что девочек, касается девочка. Животных. Такая вот. Ну-ка, покажи еще. Собачка и девушка. Это стоит $14. Там. Еще такие для бяджиков для работы. Вот здорово. А, окей, это бяджики. Вот 25 я, кстати, штучек тут. Стоит они все $5. Немного. Сколько их тут много? 25. Можно. Много, очень много работ получить. Да. Или сотрудников всех наградить. Давайте, да. Слушайте, выглядит как трубочки, как будто нужно наполнители, но что-то здесь.
написано, это для туалетных окон, в общем, как это заливать. Интересно. Открывать, а вот они мы не будем, я покажу крупным планом, стоит это по $4, набор из 19 штук, для того, чтобы заделывать окна в туалетах, обзоры там или где-то. Какая-то коробочка, что-то с китайской какая-то, да? Наверное, связана с каким-то праздником. А, подожди, это, может быть, 21 год был, год коровы или, по-моему, год? Не знаю. Ну, какая-то коровка. Ой, хорошенькая. Не знаю, это просто как фигурка такая. Коровка такая. Угу. Я вот не мог ее найти, именно точно такую, но вот наподобие, я даже не знаю, сколько они стоят. Сколько такая вот стоит? Долларов 5? Наверное. А, напишем 5 долларов, и куда мы напишем? В минус, да? У нас много китайцев работает, я могу взять. Да, можешь. Какие-то гномики. Давай. Кстати, очень популярны сейчас на Аризоне во время... О, это... Да. А, это ёлочный, да? Маленькие. Но тема как будто как патриотическая такая. А, ну да, это интересно. Или, может быть, даже не знаю. А они с каким-то наполнителем. Это наверное, 100% ёлочный. Да. Как простит. Я не нашел таких. Думаю, что около, может, $5. Ну, давай, напишем $5. Ну, давай, еще сумма там. Наверное, заканчивается. Да, у нас тут... Осталось несколько штучек. Вот такая вот. Какие-то силиконовые, я смотрю, коробочки. Какие-то... Это для льда. Чтобы делать лед. Вот, это чтобы так... Ага. Лед делать. Ставить и тут... Кругленькие и... Корочки для льда. И тут есть и кругленькие, и квадратные. Квадратные. И специальная штучка, чтобы заливать. Ванночка такая маленькая. Сюда вот так. Сюда. Чтобы делать маленькие... Кругляшки такие круглые. Так ставишь, и потом заливаешь воду туда. Чтобы круглый лед был. Угу. А можно конфеты делать? Палочки я, но было? Я буду это использовать. Всё. Да? Слушай, я не могу найти, сколько они стоят. Как думаете, сколько такое стоит? Я думаю, около $8. 8-10. И еще у нас какие-то... Ленточки, да, я смотрю. Ага. Ну, это для куда-то можно употребить обязательно такие красивые. Всегда будет. И какие-то бусинки-то, да, какие-то. Можно я открыть, посмотреть? Flower arrangement называется. А, может... для цветов. Тут написано, что можно и для волос, и для одежды, и для... Универсальное. Для всего, что вы хотите. И тут даже лента есть. Лента есть. Окей, okay, so wow. Есть ленты. Oh, такие две ленточки. И потом бусинки. Mm-hmm. Еще одна лента. Вообще. А вот я еще не могу найти их тоже по какой-то причине. Как вы думаете, сколько это стоит? $6. $6? Окей, okay, напишем 6. Mm-hmm. Последняя. Oh, о, интересно. Должно быть... Что это? Что-то такое маленькое. Маленькое. Настя. Ну-ка, открой. Я знаю, что это. Что это, Катя? Что-то для тебя. Нет, для тебя. Особенно. Смотрите, какой такой маленький. Velvet такой. Такой. Ну-ка. Написано, что это jewelry. Это значит украшение. Украшение, окей. Настя. Вау. Смотрите. Ну-ка я посмотрю это. Ого, оно прям... Это нашел это вау. Что-то с сапфиром, какое-то кольцо. Не получается. Но оно не сильно дорогое, оно стоит 14 долларов. Ну-ка, кому оно подойдет? Покажите. Катя, как красивая. Да. Ну-ка, вау, какой красивый. Ну-ка, покажи ее так. Вау. Слушай, вау. Так пусть она у тебя и будет на руке, забираю с собой. Спасибо. Красиво. Спасибо. Сейчас, как вам понравилась эта очень коробка? Хорошая была. Настя, Катя, спасибо большое, что вы помогли сегодня открыть эту коробку. Сейчас посчитаем итоги, сколько бы мы сэкономили, если бы мы это купили бы. Друзья,
На этом мы подведем итог. У нас получается всего, подсчитал я, на $489.70. И вычитаем $45, то, что мы потратили на эту коробку. И у нас получается ровно $444. $444 мы сэкономили, если бы мы это все купили. Поэтому я рад. То, что нам не нужно, нам лично Катя заберет с собой. А ей это нужно. Она потом... Там у нее много родственников, друзей. Что-то Вика, жена моя, заберет на работу. Поэтому, если вам понравилось это видео и не было скучно, пожалуйста, поставьте нам лайки. Пожалуйста, мы нуждаемся в них, потому что лайки, они будут продвигать наши видео. И, пожалуйста, я знаю, что 90% смотрят наши видео и люди, которые не подписаны на наш канал. Не поленитесь. Это у вас займет всего пару секунд, чтобы подписаться. Пожалуйста, будем благодарны. Всем большое спасибо. До скорого. Забыл слова. До следующего видео и всем пока-пока. Пока-пока. Всем пока. А погромче? Ну давай, давай. Микрофон прям тут. Давай. Всем пока. Всем пока, до встречи, бай!